20 декабря в Институте международных отношений и истории востоковедения Казанского федерального университета при Центре европейских исследований состоялась открытая лекция политолога Кирилла Бенедиктова. Темой встречи стала «Революция автономии. Проект Макрон и возвращение Жанны д'Арк. Политическая биография Марин Ле Пен». Тема, я думаю, всех интересует. То, что сейчас происходит в Европе, и то, что будет происходить в Европе, скажем, завтра, послезавтра. Ну вот, мне бы очень хотелось, чтобы это была вот именно не лекция, потому что, ну, всегда, когда есть какой-то контакт с аудиторией, когда понимаешь, что именно людям интересно, это гораздо более эффективно и более плодотворно. Мы будем говорить о том, что конкретно происходит сейчас с Европой, насколько те процессы, которые сейчас в ней разворачиваются, угрожают Европе, ну, в том виде, в котором мы ее знаем последние там десятилетия. Да? Выборы во Франции проходили довольно скучно, ничего общего с тем драйвом, которым сопровождались президентские выборы в США. С удивительно пристрастными репортажами CNN, скрупулезным подсчетом голосов в каждом штате в прямом эфире и постоянно меняющимися сине-красными картами. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.